Да-да, у меня есть идея для нового формата и вообще большие планы, но я, наверное, тебе при личной встрече расскажу. Я, как и вы, постоянно говорю по телефону, без него сейчас никуда, там наша вторая жизнь. И однажды, когда у меня очень сильно болела голова, я в компании знакомых имел неосторожность об этом рассказать. И что же я услышал? А вот нечего по телефону так долго болтать. Вообще-то, рак мозга может быть. Если человек откроет первые ссылки в Гугле, он увидит даже свежие статьи, например, в газете «Правда». Там говорят, что ученые пришли к выводу, что телефоны вызывают рак мозга. И у меня возник вопрос. Ну так если это правда, то почему все вокруг ими пользуются? Как так можно себя не беречь? Я, конечно же, взял свой телефон и сразу же выкинул в помойку. Но тут же достал, потому что это очень тупорылый поступок, и пошел искать настоящую информацию. Куча статей, агитационных фильмов и всякого такого насчет связи телефона и рака мозга. И однажды итальянский суд постановил, что 57-летний Роберто Ромео получил опухоль мозга из-за частых телефонных разговоров по работе. А Всемирная организация здравоохранения классифицировала мобильные телефоны как, возможно, канцерогенные для человека. Это значит, что они могут вызывать опухоль. Что происходит? Почему я последний обо всем этом узнаю? Но перед тем, как вы выбросили свои телефоны в окно, давайте разберемся. Итак, что может навредить нашей ДНК и привести к раку? Ионизирующее излучение. Это космические лучи, термоядерные реакции, ядерные реакции, рентгеновское излучение. Но телефон использует не ионизирующее излучение, как Wi-Fi или ваша микроволновка. У этого излучения недостаточно мощности, чтобы навредить вашему ДНК. Это как бы все объясняет, но почему тогда ученые говорят, что это все-таки очень вредно? Давайте посмотрим, какие ученые это говорят. Откроем ту статью с Правды.ру. Там пишут, что это говорит Деврас Дэвис, но на самом деле ее зовут Девра Дэвис. Не будем докапываться, дадим этой статье шанс. Это американский эпидемиолог и писатель. Она выпустила книгу, которая называется «Disconnect. Правда о телефонах», где и рассказала, что на самом деле проведены очень большие исследования, и все они подтверждают опасения. Телефоны вызывают рак. Я надеюсь, на этом моменте вы не выключите видео. Потому что на самом деле эта книга — это просто библия для конспирологов. Правительство скрывает правду. Телефонные компании подкупают ученых. Я серьезно, там так и написано. Если вы будете это читать, обязательно сделайте шапочку из фольги. Эта книга делает упор на исследования, где были незначительные положительные результаты, приумножает их во много раз, и получается сенсация. А те исследования, которые ничего не показали, они просто игнорируются. Так всегда было с псевдонаучными книгами и так всегда будет. Почему эта макулатура максимально предвзята, можете посмотреть по ссылкам в описании. Вранье, подтасовка фактов. Она даже целую главу посвятила доктору Хьюго Рудигеру, который утверждал, что излучение телефонов разрушает ДНК. Это вообще-то очень жесткое заявление, и оно по сути все меняет. Люди просто должны перестать пользоваться телефонами. Но только проблема в том, что повторные эксперименты не дали такого результата. В докладах нашли ошибки, обвинили доктора Хьюго в научном проступке и отозвали статьи. Ну так почему же ему посвятили целую статью в книге? Его там защищали. Говорили, что это на самом деле телефонные компании его просто затравили. Классическая шизанутая конспирология. Да, привет, я как раз хотел позвонить. Да, ага. И что она сказала? Телефоны вызывают рак! Мне похер, отвали от меня. Да, я вот как... В общем, вы поняли, что это за книга и что это за человек. Иронично, да? Газета «Правда» говорит неправду. Кому тогда вообще верить? Во-первых, открываем сайт Американской ассоциации по исследованию рака и смотрим. Одно из самых больших исследований состояло в том, что крыс, так сказать, мучили телефонным излучением по 9 часов в день в течение 2 лет. Это вообще какие-то сумасшедшие цифры, так никто по телефону не разговаривает. Ну разве что хорошие подружки. Но все равно результат показал какое-то минимальное увеличение риска у самцов, а у самок такого не было. Да и дозы радиации были какие-то просто сумасшедшие. Пока непонятно. Далее, очень крупное исследование Интерфон. Вывод. Или телефоны не вызывают рак, или недостаточно информации. Людей с этой болезнью спрашивали, как часто вы пользовались телефоном?
Они, конечно, видели сразу связь со своим недугом и, конечно, говорили, ну, вообще-то да, вообще-то дофига пользовался. И это вообще не объективно. И мне это напоминает одну очень жизненную ситуацию. Да, привет. Помнишь, мы вчера ели шаурму, ну, в той забегаловке под мостом? Так у меня на утро очень сильно заболел живот, и я полез гуглить, что это вообще значит. Что я тебе хочу сказать? Недолго мне осталось. Я не хочу успокаиваться, какая таблетка, придурок! Короче, я что звоню? У мужчин бывает беременность? И вот, например, еще одно. Датское исследование, опубликованное в журнале BMG. Участниками были все абоненты мобильных телефонов, родившиеся с 1925 года по 1995. Огромнейшее количество людей. И какой вывод? Нет никакой связи между раком или глиомой и использованием мобильного телефона. В общем, все исследования имеют ограничения, и невозможно сказать наверняка «да» или «нет». Какие-то исследования говорят о том, что риск увеличивается на пару процентов, но информации мало или она некачественная, а какие-то говорят, что совершенно никак не влияет. Именно из-за этой неопределенности Всемирная организация здравоохранения пишет, что телефон, возможно, является канцерогеном. Предупрежден, значит вооружен, и все. А из этого, как всегда, раздули сенсацию. Проблема этих сенсаций в том, что об этом пишут в газетах и показывают по телевидению. Люди видят искаженные факты и начинают в это верить, продолжая дезинформировать народ. Если вы вдруг не поверили ни одному моему слову, это очень хорошо, потому что нужно самому искать информацию. Но у меня есть козырь в рукаве. С момента начала использования телефонов и по сей день количество больных с диагнозом рак мозга не выросло. И можно допустить, что телефон здесь просто ни при чем. Но всю сегодняшнюю информацию вы должны слушать с осторожностью, ведь сотовые телефоны существуют относительно недавно и, возможно, еще не всплыли все те проблемы, которые могли. Зато есть одна очень явная проблема. Это аварии из-за использования телефона за рулем. Будьте очень аккуратны. А тем временем, почти 2018 год, в городе без хорошего телефона, как без рук, я в нем даже работаю часто. И вот скажите мне, те люди, которые так яро топят за вред телефона, они что, не пользуются сотовой связью или Wi-Fi? Чушь. Это просто лицемеры. И логичным завершением ролика была бы реклама телефона, согласитесь. Ведь мы выяснили, что вред он не наносит. Но менеджерам из компании ZTE, это фирма вот этого телефона, не понравилась, к сожалению, ни одна наша идея. А мы предложили их очень много. Вот, например. Слушай, мужик, мы установили камеру тебе в камеру, чтобы ты мог фотографировать в то время, как фотографируешь. Вот это разрыв, братан! Вот это я понимаю! Да! Или вот, например, такая. Я на месте. Тебе нужно взломать их систему. Ты сможешь это сделать? Конечно. Телефон очень мощный, я без проблем это сделаю. Готово. Теперь мы можем сидеть через их Wi-Fi. У нас просто закончились идеи, и не осталось способов рассказать, что этот телефон имеет чудесный дизайн. Мы просто не знаем, как рассказать, что память этого телефона 64 гигабайта и позволяет скачивать сериалы целыми сезонами. У нас просто нет сил. Мы адресуем это видеописьмо компании, выпускающей телефон ZTE Blade V8 Black. И просто вот от себя. Просто от себя. Оставим ссылку в описании. Спасибо. Самое хреновое, что телефон реально хороший. И лично мое мнение. Маленьким деткам, прям вот совсем маленьким, рано давать телефон в руки. Во-первых, исследования всегда проводились только на взрослых. И во-вторых, пусть у них хоть чуть-чуть детство пройдет офлайн, также намного интереснее. И я очень скучаю по тем детским временам без интернета. Играешь себе в прятки, в войнушку,